разворачиваемся, то есть первые пошли вправо, вторые влево. И чем дальше вы от начала основной группы, тем шире вы заходите. И идем просто тупо все колонны по прямой. Вас, скорее всего, сразу вынесут. Можно в колонну, где не сразу вынесут. Подавляем огнем. Че, как тут горячая точка? Сейчас нас палят. И все ради палки с бутылкой. Я не забыл, за что мы воюем. Ребят, у кого есть его ветра, скажите, что защита кончится. Не-не-не! Это так неинтересно! Пусть думают! Ломайте пацанам край! Соответственно, колонна, я так понял, пошла уступом. Да, что грамотно для головняка. Так вот, соответственно, я вижу Гуда, что-то зеленое, вижу Сокола, что-то зеленое. Но по кому стрелять, сука, непонятно вообще. Ну нихера непонятно. Я 4 раза менял позицию, а Гуд-то в шлеме. Ну, выбор очевиден. Я хочу сказать, что я вот сегодня смотрю на вас. Мне радостно от того, что вы продолжаете свое дело, продолжаете заниматься. Все, что мы хотели. Все это сбылось благодаря вам, вашим усилиям, соответственно, вашему упорству. Вот. Команда как была, так и остается легендарной, не боюсь того слова. Вот. Со славой, которая в хорошем смысле опережает нас. Соответственно, я хочу выпить за вас, да, и за то, чтобы все, за что мы брались, у нас всегда получалось. Ура! 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 Представь, что там виски. Ох, крепко, чё.